Раз. И второй. Два. Уже. И высыпайся. Три. И втянуть колени. Показать форму правильно. Еще. Закручивай голову. Локти собирай. Сейчас я вам покажу пару видов мастерства из моего упражнения. Вы на канале Местный Клэр. И сегодня мы будем снимать мою индивидуальную тренировку. Долгожданную, да? Которую все простили. Ну тогда погнали? Погнали! Уходи вниз. Стопа впереди. Ну смотри на носок. 7, 8, 9. И в минус. Уходи в минус. Уходи. Молодец. Нос. И уходит. Только попа. У меня на ночь. Раз. Не забываем растягиваться на обе ноги. Левая тоже должна быть растянутая. Николь ее не очень любит, но она должна. Давай. Потому что гимнастки не больно. Гимнастки приятно. 9, 10. Раз. 2, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. Давай, на руки ставь. Ставь. 6. Молодец. Колени теперь. 7, 8. Вот умница. 9, 10. Удержка. Раз. Локти сразу спрятать. 2. Это 2. 3. 4, уходи назад, 5, 6, 7, 8, 9, 10, захват, сразу за колени, раз, локти свести, стопы натяни, 2, 3, 5, и с собой ноги забирай, раз, вперед, на телевизор, раз, забирай пятки, 2, выше головы. Надо вот часики. 7, 8, 9. Нет, вот у нас по-другому, как это называется. Пружиним. 1, 2, 3, 4, 5. Не колени. 6, 7, 8, 9, 10. Захват. Раз. И втянуть колени. Показать форму правильно. Еще. Закручивай голову. Локти собирай. 4, 5, 6, 7. Сильнее голову закручивай. 8, 9. Здесь через верх, руки, подняться. Стоять с боковой рукой. Стопа. Раз. Стоим. 2, 3, 4, 5. Опускаем. Раз. Опускаем. Пробуй держать. 2, 3, 4. Ух ты! 5. Колено отрубаем. Раз, и второй, два, уже, и просыпайся, 3, и руки опаздывают, 4, и резче, 5. Вот руки-то должны выходить вот здесь. Давай, первый раз хватит. Стопа, вытягивай ногу. Пока вытягивай колени до конца. Вытягивай колени. Стопа. Тяжко. Вещи, Мак. Раз, два. И вращай. Сейчас я вам покажу пару видов.
естества и моего упражнения. Да, сейчас покажем вам, как Николь это делает и как вообще это делается. Ну, давай, покажи первое мастерство твое, которое стоит в упражнении. Сейчас мы покажем вам первое мастерство из нашего упражнения. А если вы такое умеете делать, обязательно пишите в комментариях, мы все читаем. Давай, Николь? Дальше покажи со смены переворот, когда мы зажимаем в спине. Это тоже мастерство. Смотрите, еще один вариант мастерства. Со смены. Раз. И проходим. Оп. Вот потеря, ошибка. Давай, без ошибок сделай. Давай, Никуха. Нет, только ноги тянешь. Раз. Опа! Почти. Быстро. Раз. Оп. О! Получилось! Никуша, молодец. Нужно, чтобы он стабильно у нас получался, мы его оставим. Отлично, Николь. Договорились? Но не в этот раз. Вот это есть у Николь, да, в упражнении. Рука, мы его еще не осилили. Держи в сторону. Прыгивай. Прыгивай. Руки раз. Нога ровная. И правильно. Оп. Главное словить. Зубами, главное словить предмет. Можно и зубами. Если вам понравилось мастерство, мы можем снимать прям видео, отдельно разбирая каждое мастерство. Можете, да, если хотите с каким-то определенным предметом, пишите. Мы вас увидим, услышим и сделаем. Начинаем. Это мастерство вы видели. Мастерство, которое у Николь не всегда получается, но в этот раз она словила. И это, наверное, очень важно. Концовочка такая прикольная, мне понравилась. Итак, как вы поняли, не секрет, у нас будет на выступлении два предмета. Обруч и булавы, как вы видите. Тоже мастерство, которое надо отрабатывать. Никуха. Колено. Не с первого раза. Вот так. Оп. Еще, чтобы она не стучала. О, о, наконец-то то, что и от Николь ждет. И провела. И паузу нужно. Как только ты остановишься, где-то на долю секунды остановишься, они сразу упадут. Каждый элемент по много раз, чтобы потом на ковре выходила, глядела на тренера и знала все, что делать.
Никух, ну что, закончилась твоя индивидуальная тренировка, да? Все уже видели, с какими предметами ты будешь выступать на соревнованиях, которые будут уже очень-очень скоро. А мы передаем что? Приветы! Мисс Влада, мистер Кристина, Ксюша Свити, Дарья Сакина, Барвинка Малинка. Привет! Да. Не вот такие, а вот такие. И пишите в комментариях, что вы хотите видеть по художественной гимнастике, и мы будем снимать. 3, 2, 1, 0. До завтра, Николь. До завтра.